После того, как в университете Ньюкасла были обнаружены потенциально опасные предметы, которые пришлось уничтожить контролируемым взрывом, были арестованы двое студентов. Оба они являются гражданами России. Подробности о подозрительном предмете не сообщают до сих пор. Известно, что после его обнаружения учащиеся и преподаватели были эвакуированы по тревоге. Сейчас задержанные молодые люди все еще находятся под стражей. Их подозревают в проведении организационных работ для выполнения взрыва.